Доброе утро, приемная. Слушаю вас. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос такой. Меня Богдан зовут. Вот, у меня папа просто, ну, нуждается в помощи вашей. Он у меня немножко поехал головой. Можно его к вам отправить? Если у папы немножко с головой проблемы, Да. вы сейчас позвоните в скорую, объясните им ситуацию, Ну, у потому меня что только скорая... папа играет Нет, в компьютерные игры и пердит много. Мне пернул под нос прям. И пердит сильно, постоянно. И в компьютерные, в танки играет. Постоянно, Вот. каждый день. В танки играет и Богдан. пердит. Еще пиво Богдан, пьет и послушайте. пердит. Да. Вот, вызываете скорую Да, помощь. скоро ему не поможет. Он из дома боится выходить, потому что он Вы меня, танкист. Богдан, послушайте меня, не Да. перебивайте. Мы не выезжаем за пациентами, Ну, я выезжает могу скорая привезти помощь и папу. нам привозят. Нет, только по скорой помощи. Я могу его и так привезти, ну, сказать, что мы едем в Мы не... магазин. Я понимаю, что вы можете привезти, но нам надо, чтобы вы привезли по скорой помощи. Так а Он не у утверждал в него гад-то, больнице. он уже ездит, ходит по дому, пердит сильно, еще в танки играет каждый день уже, Он который у год. нас лежал в больнице. Он лежал у вас, да, он сбежал. Ну как сбежал? Он сказал, что он здоровый, а началось все то же самое. Он опять в танки Фамилия играет. как? В танки играет, вот эта Фамилия. игра Фамилия компьютерная. папы как? Фамилия папы как? Жмышенко. Жмышенко. Валера. Жмышенко? Да, Валера. Я Да, Богдан, посмотрите, его сын. пожалуйста, Жмышенко. Жмышенко Валера, дурка. Да. Шенко, да, Жмышенко, дурак. Валерий. Да, дурачок полный. Подождите минутку. Он танки играет сейчас. Он сейчас в танках сидит, блин. У него 10-й уровень качает себе. Супер коня. Супер коня выгуливает, так называется у него. И пердит сидит еще. Пьет пиво газированное, пердит. У него вонючий такой, весь подъезд провонял. Уже соседи все жалуются, вызывают полицию, потому что он пердит. И дышать нечем, люди задыхаются все. Он пердит постоянно после пиваса. У него жопа Валерий. здоровая, он жирный стал. Да. Богдан. Богдан. Да. Только по скорой помощи. Но вы Вызываете нашли скорую его? помощь. Нашли он у вас там в базе? Нету у нас. Нету у нас в базе. На куда вы его там выписали? Он же ж дурак. Не знаю. Поэтому вызываете скорую помощь. Они приезжают и забирают и привозят Не сюда. надо, блин. Так, давай трубку ложись, сыночек. А ну-ка, блядь, кому ты там звонишь, гад такой. Я тебе сейчас позвоню, да. Ты мешаешь мне в танки играть, отвлекаешь меня. Ну-ка, бросай трубку быстро. Алло, кто там? Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Кто как там на вас зовут? связи? Валера. Валерий, что Да. у вас случилось? Ничего не случилось. Я танки качаю, здесь сижу, играю в игры. Отдыхаем мы. Отдыхаем. Это кто? Кто это там? А? Это психиатрическая больница. А, что, за сыном приехали? Нет. А за кем? Сын вам вызывает. Мне? Я не понял. Да. В смысле? Не понял. Иди сюда. Сюда иди. Чего ты хочешь, блин? Да тебе там, дурачок, хватит танки играть, папа. Вспомни, что у тебя есть мы. Семья твоя, блин. Да иди ты отсюда. Фу на тебя. Алло. Да-да. Да нет, он перепутал что-то. Он что-то вообще там напутал у нас. Вы не обращайте внимания, он у меня такой, он в ТикТоке там сидит, у него там дурачки все. Эти шалопаи. Вот. У меня все нормально, просто танк. Вы меня сейчас отвлекаете, мне танк надо качать. Я арту купил себе. 10-й уровень, представляете, уже вкачался сегодня, 7 часов сидел вчера, 6 часов сегодня, пиво закончилось. А, да, Ну, если кстати, у вас все в порядке, да? сынок, сынок, иди за пивом, мотнись мне. А у меня денег же нету, блин. Дай денег. Да иди вон соседей попроси, главное, чтобы пиво папе принес. Алло, да, все нормально у нас, все в порядке. Я поняла уже все. Да. Всего вам хорошего, да, да. хорошего До дня. Свидания вам тоже, до свидания. До свидания. До свидания. Да. Раз, два, пишу. Бух, трих, пах, пишу. Бух.